Я представляю угрозу какую-то, Сергей. Никаких повесток я не получал, никаких протоколов, никаких звонков. Они просто хотят схватить меня, как это уже было со мной и с другими блогерами, затащить на суд, осудить, чтобы никто не пришел в поддержку, чтобы не было журналистов, и кинуть за решетку. Четвертого мая в Мозыре мы снимали сюжет о бесхозяйственности чиновников, преступной халатности в Мозырском районе. Мы столкнулись с сотрудниками то ли КГБ, то ли МВД, и после этого началось. За последние два дня было 5 попыток остановки и задержания автодома «Страна для жизни» и автомобилей наших подписчиков, которые двигались рядом. Мы ни одного человека не отдадим ему. Сейчас, ребята, пошли за монтировкой ломать машину. Сейчас я буду снимать. О! Ура! Вышел! Ребята, молодец. Это не Сергей, это розыгрыш! Ура! Вот это.